С вами Перри Стоун, ведущий фестиваля «Манны», учитель-библеист и автор цикла специальных передач пророческого содержания. Приветствую всех наших зрителей. Прошу вас смотреть все передачи этого цикла на протяжении нескольких следующих недель. Не пропускайте эти передачи, ведь нам предстоит основательно погрузиться в тему, которая нынче звучит крайне редко. В соцсетях и на многих других информационных платформах сегодня распространяется огромное количество разных проповедей и передач на тему пророчеств. Мы же исследуем то, за что библеисты берутся весьма неохотно. Итак, сегодня поговорим о местонахождении земной штаб-квартиры сатаны. По мнению некоторых, на земле у сатаны нет никакой штаб-квартиры, на что я отвечу «а вот и есть», и покажу это в Писании. Прежде всего, прочтем слова Иисуса в Матфея 12:26. «Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его?» Ни для кого не секрет, что между двумя царствами идет давняя война. Первый участник войны — царство Божье, а второй — царство сатаны. Два эти царства противостоят друг другу. Царство Божье функционирует на земле через тело Христово, то есть церковь. По этой причине врата ада ни за что не одолеть церковь. Нападать на церковь — да, пытаться ее сразить — да, но не уничтожить, ведь церковь — это царство внутри другого царства, стоящего над всеми земными царствами. Так, в Царстве Божьем есть Бог Отец, Бог Сын, Иисус Христос, Святой Дух и Божьи ангелы. Эта четырехсторонняя сила Божьего Царства действует на небесах и на земле. Царство сатаны занимает второе небо. Отмечу, что Божье царство занимает третье небо. И сейчас под Божьим царством я имею в виду силу, действующую со стороны небес. Третье небо, где стоит Божий престол, названо местоположением Божьего царства во 2 Коринфянам 12. Вообще, небеса имеют три уровня. Во 2 Коринфянам 12 главе упомянуты облака или атмосферные небеса высотой около 100 километров от земли. Это сфера деятельности человека. Второе небо — сфера, в которой действуют начальство и власти, то есть представители царства сатаны. Об этом сказано в Ефесянам 2:2. Сатана — князь, господствующий в воздухе. Это второе небо. Ну а на третьем небе действует Бог. Итак, есть сферы человека, сатаны и Бога. Смотрите, человеку нужно поклоняться, молиться и искать Бога. Все, что сходит с уст верующих, молитва, хвала и поклонение, поднимается в небеса на третье небо, где Бог принимает и хранит их в золотых чашах. Бог внимает вашему поклонению. Голоса, которые услышал, а затем записал в книге Откровения Иоанн, исходили из Божьего престола. Это молитвы и поклонение Божьих избранников, и хранит их Бог в самом престоле. Отмечу также, человеческая сфера вот здесь, сфера сатаны здесь, а Божья здесь. Выходит, что молитвы должны пронзать некое царство. Причем восходят молитвы и поклонение к Богу, если наш дух в полном порядке, беспрепятственно. А вот ответ от Бога, особенно через ангелов. В книге Даниила 10 сказано, что ответ на молитву пророка удерживал князь персидский, удерживал от Даниила. Сам ответ был дан в первый же день, но духовный князь сдерживал его 21 день. Итак, царство сатаны действует где-то в атмосфере земли. Сейчас вкратце. Что касается жилища Бога, Святой Дух обитает в теле каждого христианина. Читаем в 1 Коринфянам 3:16-17. Еще раз. Святой Дух живет внутри каждого христианина. Но есть еще и тело Христово, оно же Церковь. Христос, будучи главой Церкви, живет в ней. Мы также знаем, что в тронном зале Бога, что на третьем небе, где происходит вся духовная активность, молитва, поклонение и прощение грехов, действует Бог.
Это небесные сферы, где Христос, наш первосвященник в небесах. Но у Бога есть царственная сфера деятельности и на земле. Есть такая сфера и у сатаны. Что касается сатаны, отметим четыре важных аспекта. Первое. Он строит твердыни. Но напомню всем, что сатана — ангел, отдельно взятый падший ангел. Противников вообще много. И в иврите это слово «сатана». Оно во множественном числе. Но имя собственное «сатана» относится лишь к одному падшему ангелу, который в иерархии падших ангелов стоит на высшей ступени. Второе. У сатаны есть царство. Мы об этом уже сказали, но в Ефесянам 6:12 читаем о начальствах, властях, мироправителях тьмы века сего и духах злобы поднебесной. Третье. Сатана не вездесущ. Что это значит? Он не может быть везде одновременно. Сам он или здесь, или там, а вот его представители рассеяны по всей земле и атмосфере. Четвертое. У него есть командный пункт. Об этом и пойдет речь сегодня. О штаб-квартире падшего ангела сатаны. Давайте обратимся к истории мироздания. Колыбель цивилизации, то есть место, где зародилась первая цивилизация, это Ближний Восток. А центр колыбели цивилизации — это территория Израиля. А Эдемский сад? Считаю, что между Иерусалимом и Эдемским садом есть древняя связь. Но это отдельная тема для разговора. Первым плацдармом для сатаны стал Эдемский сад, в который он проник в образе змея. То есть центром цивилизации стал Эдемский сад, а в нем первая пара — Адам и Ева. Эдемский сад был насажден на востоке. Бог насадил сад в Эдеме на востоке. Сам Эдем — огромная территория. Повторю, сад в Эдеме располагался на востоке. Смотрите Бытие 2:8. В Эдеме протекала крупная река с четырьмя руслами. Имена этих потоков приводятся в Бытии 2:11-14. Это главные реки того региона. Река Фисон обтекала всю землю Хавила, ту, где золото. Это в Саудовской Аравии. Река давно пересохла, но на спутниковых снимках из космоса ее русло по-прежнему видно. Вторая река, Гихон, течет из Эфиопии. Иосиф Флавий считал Гихоном реку Нил. Далее река Хиддекель, или Тигр, два названия одной реки, течет к востоку от Сирии, или библейским языком, пред Ассирией. Четвертая река — Ефрат, что сохранилось по сей день. Таким образом, территория Эдема простиралась от Ефрата до самого Нила. Повторю, Иосиф Флавий назвал Гихоном Нил. Чтобы определить местоположение этого региона, представьте квадрат со стороной примерно в 2400 километров и центром в Иерусалиме. Это поможет нам многое понять. Давайте поговорим подробнее об Эдемском саде. В этом саду сатана впервые явился людям в образе змея. Следующим регионом, в котором сатана появился после Эдемского сада, стало место строительства Вавилонской башни, земля Синаар. Смотрите Бытие 11. Баб-Эл, от которого произошел Вавилон, означает «царские ворота». Пометьте себе, над древним Вавилоном образовалась третья твердыня сатаны, в которой князь Персидский 21 день препятствовал Даниилу в получении ответа от Бога. Следующей твердыней сатаны, очевидно, стал город Пергам, что в современной Турции. В Откровении записаны слова Господа Пергамской церкви. «Знаю, что ты живешь там, где престол сатаны, или пристанище сатаны». Речь о допотопной и постпотопной эпохах. Следующая твердыня сатаны возникла в допотопной Месопотамии, а после потопа — в Вавилоне. Речь о Вавилоне четко звучит у пророков, в их предсказаниях о вавилонском вторжении в Израиль. Также известно, что древний Вавилон — это регион Ливана, Сирии, Ирана, а также впоследствии Персии. Центром региона стал Вавилон. Этими древними землями, упомянутыми в Ветхом Завете, под общим названием Вавилон, правили три из четырех древних империй, названных Даниилом в его книге.
Даниил назвал нам эти четыре империи — Вавилонская, Медо-Персидская, Греческая, а четвертую империю пророк не назвал, ведь тогда ее еще не было. Позднее ей стала Римская империя. Повторю империи — Вавилон, Медо-Персия, Греция и Рим. Об этих четырех империях в своей библейской книге пишет пророк Даниил. Что еще важно знать о названных выше регионах? Вспоминая изначальное положение и состояние сатаны, отметим, что он был сотворен как ангел. Сейчас я позволю себе отступить от главной темы и слегка поплутать по своим изысканиям из Библии. Мы знаем, что сатана увлек за собой треть ангелов, а две трети не смог. Возьмем всех ангелов еще до сотворения Адама, сразу после того, как Бог создал небо и землю. Читаем в книге Иова 38:7. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости, было три верховных ангела, их имена — Люцифер, что значит «сын зари» или «утренняя звезда», Михаил, согласно Даниила 12:1, защитник Израиля, и Гавриил, упомянут в книге Даниила по имени дважды. Муж Гавриил, он же ангел Гавриил. Он также упомянут в Евангелии от Луки. Явился священнику Захарии в храме, затем Марии. Третий раз ангел Гавриил упомянут в самом начале. Люцифер, Михаил и Гавриил. Люцифер отвечал за поклонение. Это известно из книги Иезекииля. Он управлял ангельским поклонением Богу. Напомню, что не хочу вдаваться в детали этого учения. Мы и так отступили от темы. У Михаила тоже есть ангелы в подчинении. Откуда мы это взяли? Когда однажды в середине великой скорби Михаил борется с сатаной, сказано, что Михаил и его ангелы, как в тексте, воевали в небесах с сатаной и его ангелами. И далее, дракон, а это образ сатаны, увлек за собой треть небесных звезд и поверг их на землю. Это не о звездах с небосвода, не о метеоритах. В Ветхом Завете звездами метафорически называли ангелов, господних ангелов. Повторю еще раз, это совсем отдельное учение об ангелах, в детали которого не хочу вникать сейчас. Главная мысль. У трех ведущих ангелов, у каждого подчинения была третья часть ангелов. Ангелы-воины с Михаилом, ангелы-вестники с Гавриилом, духи-служители. И, наконец, ангелы поклонения с Люцифером. Люцифер упал с небес. По словам Иисуса, он слетел с неба, словно молния. В промежутке между первым и вторым стихами первой главы Бытия произошел мятеж. В результате мятежа, как пишет Матфей, для дьявола и его ангелов был создан ад, реальный ад под землей. Читаем также, что падших ангелов, не сохранивших своего достоинства, Бог связал в аду. 2 Петра 2:4. Здесь ад — Тартар. В греческом это слово указывает на низший уровень ада для нераскаявшихся отступников. Это в центре или в сердце земли. Когда об этом говоришь с учеными, у них голова кругом идет, им не удается это вместить. Под землей что-то творится с душами людей и падшими ангелами, но так говорит Писание. Надеюсь, вы еще не потеряли мысль. Итак, в Бытие 1, между первым и вторым стихами, с небес спал сатана, и был создан ад. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Воды остужали землю. Затем Бог помещает в Эдемский сад Адама, сад на востоке Эдема. Ранее мы говорили о его границах по рекам. Изначально за пределами Эдемского сада не было ни жизни, ни цивилизации. Человечество зародилось от Адама и Евы, от их сыновей, внуков, правнуков. И к началу потопа на земле проживали буквально десятки миллионов людей. При Ное земля была густо населена. Люди жили до 700, 800, 900 лет, без преувеличения. Это не миф, а реальность. И со временем население лишь росло бы. Думаю, одна из причин большой продолжительности жизни в ту пору — это заселение Земли. С учетом всего сказанного, вернемся к главной теме.
Колыбель цивилизации была в Эдеме. Сатана пал до сотворения Адама в раю и затем проник в сад в образе змея искусить Адама и Еву. Все это известно из книги «Бытие». Далее прозвучит самое важное для понимания нашей темы. Мы знаем, что колыбелью цивилизации стал Эдем, древние поселения, такие как Вавилон в современном Ираке. Вавилония или Вавилонская империя с центром в Вавилоне — это современный Ирак. Знаем, что Пергам из Откровения — современной Турции. Я называю этот регион сатанинским треугольником. Особо об этом не проповедую, но много лет назад было дело. Хотя, если честно, даже не помню, когда и где, но проповедовал. Сатанинский треугольник идет от края Турции вниз, вдоль Эдемских рек, до современного Ирака, то есть древнего Вавилона, и до древних границ ранней цивилизации в Египте с его буйным идолопоклонством. Этот треугольник на Ближнем Востоке и есть командный пункт сатаны в земной атмосфере. Откуда я это взял? Исследуйте библейскую историю от Бытия 11. По мнению многих библеистов, «Бабел» значит «смятение». Однако в семитских языках «Бабел» может также означать «царские ворота». Какого царя? О каком царе идет речь? Когда сатана спал с небес и оказался в земной атмосфере, он нашел себе пристанище в ранней цивилизации и с тех пор не менял местоположение своего штаба. Его твердыня по-прежнему там. Почему? Обратимся к истории. Вавилонское вторжение в Иерусалим и разрушение храма. Римское вторжение и разрушение храма. Не одну тысячу лет сатана усиленно пытается уничтожить еврейский народ. Холокост времен Второй мировой войны, пусть не на самом Ближнем Востоке, но как он отразился на судьбе того региона. Сатана пытается погубить евреев и уничтожить государство Израиль. А войны за Иерусалим? Неужели все это чистые совпадения? Просто так вышло и все? Разумеется, нет. В любой другой части света, скажем, в Канаде, в Соединенных Штатах, в Латинской Америке, в Западном полушарии, есть торговля наркотиками и людьми, пьянство и непотребство всякого рода. Но такой напряженности, как на Ближнем Востоке, нет больше нигде в мире. Почему? Потому что это древняя империя с историей длиною в 6 тысяч лет, а Америке всего-то пару сотен лет. Причина может крыться в этом. А Европа? Некоторые ее части когда-то входили в состав древнегреческой и римской империй вместе с Ближним Востоком. Вернемся к главному вопросу. Где находится командный пункт сатаны? Знаю, что ты живешь там, где престол сатаны. Слова Господа Пергамской церкви. Мы выяснили, что Бабел, царские ворота, это древний Вавилон, то есть Ирак. Выяснили, что при Данииле князь персидский покинул территорию Персии, нынешний Иран, и переместился в Вавилон, территория нынешнего Ирака, чтобы 21 день препятствовать Даниилу в получении ответа от Бога. Исследовав регион, в котором, как мы сказали, зародилась земная цивилизация, понятие «Бабел» и «Вавилон», а также библейские пророчества о конце времен, в которых упоминается тайна Вавилона и ее значение для последних дней, мы гораздо лучше понимаем вот что. Ближний Восток, каким мы знаем его сегодня, это густо населенный регион проживания Адама с его потомками до 10-го поколения, вплоть до Ноя, где всех их и застал губительный потоп. Именно он и стал земным командным пунктом территории, подконтрольной самому сатане. Это объясняет высокий градус противостояния в данном регионе во время Великой Скорби и ярость попыток сатаны уничтожить Израиль и евреев, особенно после воцарения Антихриста и его десяти царей-приспешников. Откуда захочет править Антихрист? В Откровении, в главах с 11 по 13, узнаем «из Иерусалима».
В Захарии 12 читаем, что в последние дни Иерусалим станет чашей иступления. В следующей передаче поговорим о войне двух ворот. В одном городе и регионе правит Бог, а другим управляют бесовские силы. И еще вопрос. Давайте вместе подумаем. Почему такое количество террористов, нещадно губящих ни в чем не повинных людей, появляется где? Не в Америке, не в Канаде, не в Латинской Америке и не в Европе, а на Ближнем Востоке. Почему террористы появляются из ближневосточных стран? Почему именно здесь их обрабатывают идеологией и заряжают на массовые убийства? Да потому что здесь стоит престол сатаны. Ефесянам 6:12. Вообще в его царстве действует сатана как глава, начальство, власти, мироправители тьмы века сего, духи злобы поднебесной. Хочу внести ясность. Действуют они по всей земле, но их центр находится в данном регионе. И поэтому на битву при Армагеддоне в Мегидонскую долину войска пройдут через высохший Ефрат. Это будет величайшее сражение всех времен. И когда в самом конце Армагеддонской битвы за сатаной явится Божий ангел, чтобы связать мятежника, событие это произойдет в Израиле, сатана, падший ангел, собственной персоной появится в Израиле и в Иерусалиме наделит властью Антихриста, сына погибели, одержимого самим сатаной. В Библии читаем, сатана в образе дракона, что на греческом языке значит «змей», наделит Антихриста своей властью и полномочиями. И все это на Ближнем Востоке, ставшем для сатаны командным пунктом на земле. А сколько там вооруженных конфликтов со многими жертвами? Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Да уж. Надеюсь, вам понятно все сказанное сегодня. Это цикл специальных передач. Следующий выпуск называется «Битва при воротах. Божий град против Нового Вавилона». План для следующего выпуска уже готов. Не пропускайте эти выпуски. Внимание! Несколько лет назад я опубликовал глубокое и подробное исследование одной только книги Даниила. По книге Откровения проповедуют многие, но не по Даниилу. Если вам интересно пророчество, этот материал для вас. А если хотите научиться их понимать, и вы в начале пути, смотрите эти передачи. До встречи в эфире. Хотите разбираться в стратегии сатаны, менять ход сражений, которые он ведет против вас? Духовное знание — это оружие, которое в силах разрушить коварные планы врага. Есть методы, которые дьявол тщательно скрывает от людей, но которыми активно пользуется. Перри Стоун в книге «Раскрывая тактику сатаны» предлагает проникнуть в разум нашего главного врага, чтобы понять его стратегические приемы. В войне с дьяволом вы можете быть победителем. Скачайте книгу Перри Стоуна «Раскрывая тактику сатаны» бесплатно и прямо сейчас на нашем сайте. Или свяжитесь с нами по электронной почте, и мы пришлем ее вам. Я хочу поприветствовать каждого из вас во имя Господа нашего Иисуса Христа. Он жив, и мы благодарны за то, что знаем Его как Господа и Спасителя. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрите передачу «Фестиваль Манна» сегодня. Вы можете связаться с нами через интернет, зайдя на сайт perrystone.org. Мы хотим получать от вас все возможные известия. Позвольте мне также сказать вам, что времена сейчас очень трудные, и Библия предсказала, что они будут таковыми. Мы живем во времена, которые Библия называет последними. Они еще называются последние дни. И вот что это значит. Многое произойдет во исполнение библейских пророчеств. А библейские пророчества — это то, что Бог показал пророкам. Некоторые из пророчеств были провозглашены 2, 3, 3,5 тысячи лет назад. Они говорят о том, что будет перед пришествием Мессии. А Мессия — это никто иной, как Иисус Христос. Он вернется снова. И я не хочу, чтобы вы теряли надежду. Ведь если вы истинный верующий во Христа, если вы молитесь Иисусу Христу и всем сердцем любите Его, значит, когда Он вернется, вы будете с Ним. А в будущем, согласно Библии, мы будем править со Христом на земле в течение 1000 лет в Его Царстве. А править Он будет из Иерусалима.
Если вы никогда не принимали Иисуса Христа в свое сердце, не каялись в своих грехах, не следовали за Ним согласно Писанию, то прошу вас, сделайте это. Просто откройте свое сердце, откройте уста и попросите Иисуса войти в вашу жизнь, простить вам грехи и помочь вам следовать за Ним. Во времена кризиса только Иисус Христос может дать истинный мир. Ведь если мы живем, то живем для Христа, а если и умрем, то будем с Ним в раю на небесах. Спасибо за ваше время, и пусть Бог благословит каждого в последующие дни. И, наконец, иудеи утверждают, что на этой горе стоял храм Соломона, а затем и храм Ирода. По книге Бытие 22, на горе Мориа, где был заключен завет с Богом, принес в жертву Исаака сам Авраам. Моисей написал это в Бытие 22. Убедитесь сами, Авраам назвал эту гору Иегова Ира, то есть «Господь усмотрит». А Моисей написал, «На горе Господней усмотрится». Посему и ныне в одни Моисея говорится, «На горе Иеговы, горе Мориа, усмотрится». Это пророчество о жертве Божьего Агнца. Прочтите Бытие 22, там все есть. Итак, врата небесные в Иерусалиме. Далее кратко пройдемся по ряду пунктов. На земле есть четыре портала. Это дверь в небесах. Откровение 4.1. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Судя по всему, речь идет о портале в небеса, который апостол Иоанн в Откровении 4.1 назвал отверстой дверью. Слово «дверь» также указывает на возможности. Иисус сказал, «Я отворил перед тобой дверь, которой не закрыть ни одному человеку». Итак, дверь — это символ возможностей, которые предлагает нам Бог. Еще есть окна. В книге Малахии написано, «Принесите в Божий дом десятины и даяния, а Бог откроет небесные окна и изольет благословение». Небесное окно указывает на Божье благословение, нисходящее или изливаемое на вас. В третьем явлении открытых небес появляются лестницы. Видны лестницы. Вот, например, «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней». О чем этот образ? Лестница указывает на духовный рост. Желание подниматься вверх по ступеням — естественно. Стремление восходить в Божье присутствие похвально. Мы читаем «Кто взойдет на гору Господню?» Здравствуйте, с вами Перри Стоун, учитель и ведущий передачи «Фестиваль Манны». Я знаю, что многие смотрят нашу программу на канале GNC. Друзья, я хочу сказать вам, что мы молимся о всех вас. У нас есть много партнеров, которые молятся за вас. И еще хочу сказать вам, Евангелие проповедуется по всему миру, а это означает, что Иисус Христос вскоре придет. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 24 главе, 14 стихе. Через нашу телепрограмму я объясняю вам библейские пророчества последних времен, о возвращении Христа, даю вам учение о небе, о будущем, о том хорошем, что Бог приготовил для всех нас. Я хочу наставить вас в вере, научить вас силе Духа Святого. Вы узнаете много интересного, если будете смотреть фестиваль Манны. Мы молимся о том, чтобы Бог был с вами и хранил вас. Надеюсь, вы будете всегда следовать за Ним.